Ось так, дорогі друзі, продовжується наша програма «Новий день», а точніше доходить уже до останнього свого блоку, до логічного завершення, але в нас наостанок для вас є ще подарунок. Це наш постійний гость Пітер Джойс, нумеролог, якого ми раді вам представити. Вітаємо вас, з нею, як завжди, Антоніна, його перекладач. Минулої останньої нашої зустрічі ми зупинилися на тому про сумісність цифри і сумісність нумерології. Про сумісність мене у сімейних пар. Пітер нам навів приклад того, що була одна сімейна пара, який вже і нумеролог сказав, що їм необхідно один одному поступатися, але вони не хотіли. Хотілося б продовжити зараз цю тему сьогодні і поговорити про сумісність у сім'ї з нумерологією. So we are starting from the previous theme about family, about attraction and compatibility, and we will talk about something that people have to do to find some special points to go well. Okay, right. Well, attraction and compatibility is very important. It's been a centuries-old problem, and this concept of ABC of life solves that problem. And it's all to do with the elements within each of us, because the elements define our characters. Прежде всего, концепт помогает нам разобраться, подобрать, объяснить, где совместимость, где привлекательность, помогает людям понять друг друга и решить все-таки, вот насколько люди совпадают. Угу. А взагалі, як часто звертаються до Пітера із питанням про сумісність саме пари? How often can you meet these questions about attraction and compatibility? Do some people ask you about this? From time to time people ask, but the thing about the elements is there's four of them. You are attracted to people with the elements that you don't have within you. And people that don't have the elements within you are attracted to you. So in a way it's quite simple. But it's what the elements you have within you that's important. Очень важно, все исходит из элементов, которые имеет человек. Все очень просто, потому что если у человека не хватает какого-то элемента, он ищет этот элемент в другом человеке. То есть привлекаются разные элементы, а совместимость отвечают общие элементы. Щодо самої сумісності, ми вже знаємо, що кожної людини на кожний період є одна якась цифра, яка має свою стихію, визначає якусь стихію. А несумісність цих стихій, як вона впливає на взаємовідносини у сім'ї? Every element has its own influence. And what about every period has its own element. So what about compatibility during some periods? And what is the influence for the family? Well, your four elements are with you through life. Perhaps the first element relating to the day you were born is perhaps more important as a child. But once you pass that stage, all the elements take part within you. All the elements have a different meaning. Fire is the father figure. Earth represents stability because it contains the four elements. Air are the people with ideas. And water, being the life force, is the motherly element. Now, this means that ladies can have the fatherly element in them, and gentlemen can have the motherly element in them. And I've come across 30 or 40 relationships where both partners have three, the ladies missing the water and the gentleman's missing the fire. And in every case, the man mothers the lady and the lady fathers the man. Хочется сказать прежде всего, что наши элементы это отвечают земля за стабильность, огонь это отцовский элемент, воздух это идеи, и вода это материнский элемент. И встречаются случаи, когда мужчина и женщина, они имеют, допустим, по три элемента, но при этом у женщины не хватает воды, а у мужчины не хватает огня. Тогда люди вот как немножко меняются местами. Они, мужчина относится к женщине как немножко как с материнским инстинктом, а женщина к мужчине с отцовским, то есть она дает советы. Это, в принципе, хороший, нормальный случай, он достаточно часто встречается. Тож, як бачимо, все можливо в нашому житті. Ну і, звичайно ж, все ж таки хотілося б дізнатися, як часто звертаються пари. It's interesting how often people asking about this concept, about this question of compatibility and attraction. Well, people tend to ask
more for full information about themselves rather than in any particular mm-hmm. item. But when I do a presentation and go through the whole concept, then people start asking questions, and attraction and compatibility always comes up. Прежде всего люди о себе спрашивают, они узнают подробную информацию, но когда проводятся презентации, чаще всего люди все равно интересуются. То есть они все узнали о себе, потом говорят, о, давайте вы расскажете мне там о моем молодом человеке или о моем муже. Становится интересно. А чи впливає якось, ось людина дізналася, що її партнер їй несумісний? Що робити? Казати, ну добре, несумісний, давай розійдемося? Або дійсно якось знаходити вихід з цієї ситуації? Адже числа ж не виправиш. What shall people do when they are like attracted to each other but not can be together? So what should they do? They should break off or find some... Well, I did tell a story about a Bulgarian couple last week, and they are together. They were very attracted to each other to start with, mm-hmm. but they now admit that they don't understand each other. So it makes everyday life that little bit more awkward for this couple. Ну вот был приведен пример этой супружеской пары, да. Просто дело в том, что если люди не понимают друг друга, то они сами, скорее всего, придут к таким выводам. Но вообще, если люди понимают, как это все влияет, то они могут пытаться уступать друг другу, находить общие точки взаимоотношений. Отож, продовжуємо розмову. Як ми анонсували нашим телеглядачам і задавали тему наступної, скажімо так, розмови після кліпу, це порозуміння між батьками та дітьми, ну і, звичайно ж, нерозуміння між ними. Як допомагають цифри в цьому? So we are going on about attraction and compatibility and about some questions in family, about some conflicts between parents and their children. Well, the conflicts between parents and children, it's a problem throughout life for everybody. And going back generations and generations. But the important thing is that parents have to realize that 15 or 20 years ago, the situation about what was right and wrong has changed for their children. Mm-hmm. And it's perhaps wrong to impose certain things. And one other thing about children, often, if a parent is missing one, the parents between them are missing one element between them, the child, the firstborn, may well have that missing element. So there's going to be a certain amount of not understanding each other in such circumstances. Mm-hmm. Ну, прежде всего, хочется сказать, что это очень частый конфликт между родителями и детьми. Он упоминается в литературе, в психологии. Популярная очень часто. Тема. Да, очень популярная тема. И очень-очень-очень важный момент, что родители всегда не думают о том, что время меняется, меняются приоритеты, меняется понимание того, что хорошо, что плохо. Помимо этого, есть еще такая деталь, что чаще всего, если у двух из родителей не хватает какого-то одного элемента, то этот элемент может появиться у ребенка. Mm-hmm. Поэтому даже по этой причине могут возникать конфликты, потому что невзаимопонимание между элементами. Хотелось бы зачепиться за эту відповідь, потому что дети, это всем известно, они наследуют какие-то качества своих батьків. Как можно унаследовать какие-то качества из нумерологии? Как в этом стихии поєднуються между батьками и детьми? И как это выникает закономерность? Так, и если, например, у детей есть та стихия, якої немає у батьків, чи не будут они доповнювати одне одного, чи навпаки, тут відбувається? So, if a child has another one element, will it make the whole composition, or it will destroy it? And one more question about how can children get something from their parents about elements? Well, the situation is that the parents will not understand the child at times. Now, if they know that in advance, they know these occasions are going to arise, and that, for a start, is a great help. As regards anything else, the parents can, if they know about this, tell the child what elements they've got, and tell them when there are times that they will not understand the parent, because they are
missing certain element or elements. Mm-hmm. Это поможет, скажем так, родителям избежать конфликта. То есть, если родители знают, что они в какой-то степени не понимают ребенка, то они будут стараться избегать вот этих проблемных ситуаций, когда происходит накал, когда все начинают ругаться между собой. Мало mm-hmm. того, когда ребенок понимает, что у него несколько другой уровень понимания тоже, mm-hmm. он не станет, скажем так, искать вот эти сопротивления между родителями mm-hmm. и в этих взаємоотношеннях. Отож, як бачимо, головне це знати про один про одного, більше інформації. І це навчитися допомагає... трошки поступатися один так, одному. І в цьому нам допомагає нумерологія. Дякуємо нашим гостям за те, що завітали сьогодні до нашої студії.